Добрый день! В эфире программа «Афиша Иркутска». В этом выпуске я, Ксения Почерских, расскажу, какие интересные мероприятия достойны вашего внимания на этой неделе. С 21 марта в прокате стартовал фильм «Летучий корабль», снятый по мотивам советского анимационного мюзикла 1979 года. В основе сюжета лежит история о том, как царь собирается выдать свою дочь за бабу за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, честным и обаятельным Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана волшебные существа, любовь и мечта. История обещает быть интересной, так что приходите смотреть фильм в кинотеатры города. Если вы любите пощекотать себе нервишки, тогда на этой неделе приглашаю вас пройти хоррор-квест «Хостел». Вас ждут различные головоломки и испытания, за которыми кроется разгадка тайны кровавого убийства, произошедшего когда-то в маленьком городке. Квест-перформанс проходит с участием актера, поэтому эффект погружения ощущается еще сильнее. Собирайте команду и отправляйтесь в путь в мир квестов Next Log. Паттероманы. Общий сбор. 1 апреля в 19:00 в КДЦ «Орбита» состоится спектакль «Гарри. Мальчик, который выжил». Эта постановка основана на продолжении популярной серии книг Джоан Кэтлин Роулинг «Гарри Поттер». История рассказывает о приключениях сына Гарри и Джинни, Альбуса Северуса, который сталкивается с личными проблемами и сложностями в Хогвартсе. Вместе со своим другом Скорпиусом он решает отправиться в прошлое, чтобы спасти Седрика Диггори от смерти. Но изменение прошлого может иметь непредсказуемые последствия. В постановке зрители увидят, как подростки ищут свое место в мире, сталкиваются с предрассудками и непониманием со стороны родителей. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта. А это мероприятие для поклонников пацанского рэпа. 5 апреля пройдет большой концерт группы «Каспийский груз». «Каспийский груз» — это рэп-дуэт из Азербайджана, который за короткое время сумел обрести бешеную популярность среди поклонников альтернативной музыки. Участники проекта смогли зацепить аудиторию мощными текстами и кочевыми битами. За годы карьеры парни успели провести сотни фееричных, незабываемых концертов. Приходите на один из таких в 20:00 в клуб «Дикая лошадь» и наслаждайтесь хитами и бешеной энергетикой «Каспийского груза». На этом очередной выпуск «Афиши Иркутска» подошел к концу. Надеюсь, вы прекрасно проведете время с семьей и друзьями на одном из мероприятий. С вами была Ксения Почерских. Спасибо за внимание и до новых встреч!